EB3 – поиск работодателя. На практике намного легче начать кейс EB3 со спонсирующей компанией, если вы лично знаете владельца компании. Если вы в данный момент работаете в каком-то месте, где это большая корпорация и есть определенная структура и иерархия, организовать процесс EB3 спонсорства для вас будет значительно сложнее. Поэтому, если у вас есть возможность идти сейчас в компанию, где вы лично будете знать работодателя, вы сможете его впечатлить своим трудолюбием и преданностью этой компании, либо вы пойдете в какую-то большую компанию, даже если это, к примеру, что-то броское в виде Facebook и Google, имейте в виду, намного легче начать именно кейс EB3 будет с небольшой компанией. Стоит ли начинать кейс EB3 со стартапа? По закону нет ограничений, в котором прямо написано, что стартап не может вас спонсировать. Тут имеет большое значение, насколько это стартап. Это стартап, который смог уже найти себе инвесторов. Это стартап, который в первый год уже покажет какую-то прибыль, сможет иметь имущество. Либо это стартап, который вы просто организовали, это практически мертвая фирма, в которой нет никаких движений, и вы планируете единственную целью данного стартапа иметь спонсирование вашей грин-карты. То есть не вы организовали, а ваши друзья. Поэтому если по результатам первого года, пусть даже эта фирма зарегистрирована данным в этом году, если работодатель, ваш стартап, утверждает, что у них будут инвестиции и у них будут assets, assets это какое-то имущество на балансе, или даже у них будет какой-то доход, тогда необходимо, чтобы имущество, либо доход за этот первый год превышали размер заработной платы, который департамент труда установит вам именно вот в рамках данного кейса EB3. Как это происходит? Мы подаем запрос в департамент труда о том, сколько на такую должность примерно работодатель должен платить заработную плату. И если, допустим, департамент труда определит, что зарплата составляет 70 тысяч или 270 тысяч, тогда и на балансе у данной компании за первый год должны отражаться такие суммы. Всем, кто не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей и спланировать вашу иммиграцию наиболее быстрым и оптимальным способом.